Под Алматы разбился учебный самолет Академии гражданской авиации «Технам-2002». В результате авиакатастрофы погибли 2 человека. К расследованию происшествия приступила специальная комиссия в Министерстве по инвестициям и развитию. Эксперты всерьез задумались об опасности подобных полетов, которые совершаются над населенными пунктами. Аскар Сергалиев с подробностями. Сегодняшняя катастрофа, как известно, унесла 2 человеческие жизни, но на самом деле жертв могло быть гораздо больше. Самолет, совершавший учебный полет над густонаселенным пунктом, к счастью, упал не на дома, а на территорию крестьянского хозяйства, на этакий огромный кусок неосвоенной земли. Житель поселка Ушконер Нурдаулет Калимбетов говорит, что родился в рубашке, ведь его дом находится всего в 15 метрах от места падения самолета. Эти самолеты каждый день летают над поселком, причем иногда летают довольно низко, а здесь кругом высоковольтные провода. Я уже не говорю о сотнях частных домов. По летному графику учебный самолет итальянского производства поднялся в воздух около 9 утра из аэродрома «Азем», который находится в 43 километрах от Алматы. На борту были пилот-инструктор Сергей Курченко и курсант Айдар Абишев. Оба летчика погибли. На сегодняшний день министерством создана комиссия по расследованию данного происшествия. На месте авиационного события уже сейчас работают представители уполномоченного органа, это уполномоченные по расследованию. По итогам расследования информация будет доведена до СМИ о причинах данного происшествия. У специалистов уже есть несколько версий случившегося, но пока не завершится официальное расследование, делиться ими эксперты не спешат. Однако, по предварительным данным, воздушное судно упало при взлете, после этого практически сразу загорелось, хотя погодные условия специалисты уже назвали пригодными для полета. Аскар Сергалиев, Эдуард Кон, Алматинская область, Хабар-24.